С людьми это было. С оленями было. Когда приходила в становье беда, то мудрая сила спасала всегда. Этот сказ покрыла толстая пыль. Его обивали студеные ветры. Но не выветрится эта пыль, покуда будут жить на земле эвенки. В середине марта столица Южной Якутии, город Нерюнгри, стал центром внимания и республиканских, и российских, и зарубежных телезрителей, благодаря тому, что именно здесь прошел международный чемпионат по традиционному оленеводству. Сюда съехались участники из 13 регионов России, где живут оленеводы. Гости из Монголии, Китая, Исландии и Гренландии. В общем, в Нерюнгри было полно народу, и надо сказать, что нерюнгринцы с честью справились с такой грандиозной задачей, как проведение этого масштабного мероприятия. Что же такое чемпионат? Это прежде всего спортивные состязания. И для оленеводов, и для чумработниц был представлен полный набор соревнований, в которых они себя и показали. Одним из самых северных видов спорта являются прыжки через нарты. Они стали неотъемлемой частью любых соревнований, которые проводятся на днях оленеводов. В Нерюнгри они прошли в экстремальных условиях, на улице, при сильном ветре, что ничуть им не помешало, а наоборот прибавило остроты. Меня зовут Фатко Кристина. Я стою, да? Меня зовут Мария Жанна, я стою, Мира, город Зинка. Угу. Девочки, скажите, вы по каким видам принимали участие? Сегодня по национальным прыжкам через нарты. Ага. По северному Монголии. И давно этим занимаетесь? Нет. Ну, вообще недавно, и 2 месяца. Ну, как вам нравится, что вы приехали сюда и участвовали в соревнованиях? Да, то, что вся движуха, это очень интересно, то, что с города на город приезжать. Вот, и очень много разных эмоций. Вот, много с кем познакомились, много друзей нашли. А то, что не понравилось, то, что вот... То, что соревнования проходили на улице, и то, что вот скользко очень было. И холодно. Ветер очень. Хорошо. Ну, вы вообще довольны, что приехали участвовать? Да. Меня зовут Кусамин Евгений. Я родился в городе Санкт-Петербург. Учусь в Красноярском крае, приехал сюда на соревнования выступать. Угу. Вот. А по каким видам ты уже выступил? Ну, на данный момент сейчас по этим соревнованиям мы выступили только нарты. Прыжки через нарты. Ага, ну на и улице, как? Кстати. Вообще прикольно. Эмоции прям лютые зашкаливают. Потому что я занимаюсь северным многоборьем, ну, прям есть такой спорт визит, может, знаете, нет, там, на марты, на так далее кидать. Топор, вот. Я занимаюсь прям этим официальным спортом. Приехал сюда, а здесь прям, ну, прям северное, прям аж на улице даже выступать. Это вообще прям что-то новое, интересное. Мы так не занимаемся все там. Многоборьем этим. А тут прямо я аж на улице подышал, прям ух, хорошо. Ага. Совсем другие эмоции. Понравилось. Да, понравилось очень. Вы вообще впервые, да, участвуете? Ну, вот здесь. В Якутске. Да, здесь, да, впервые. А так я уже везде по России поездил, по многоборью занимал. Мастер спорта по многоборью северному. Да, и прыжки, рекорд поставил через наш, 500 чем-то прыгнул, да. Стоит тоже и свой. Все. А здесь прям другой вид спорта, прям прикольно, совсем нравится. И приблизительно вот вы уже как бы прыжки как бы у вас прошли, да, какое место? Второе уже. О! Второе место взял. Все. Очень хорошо. Снова, так, да. А теперь скажите, как наши прыгуны со стороны? Нет, как все остальные, на ваш взгляд? Угу. Ну, не знаю, как бы сказали бы, наверное. Ну, да, нормально все прыгают, в принципе. Ну, что им сказать такого плохого? Ошибок сильно не допускают. Но, может быть, наверное, им самим это впервые на улице выступать, так сказать. Но. Да я сам первый раз сейчас на улице выступал, прыгаю через нарты. Я сам так говорю, вот, опять повторюсь, рекорд поставил. Ну, потому что мы в зале прыгаем через нарты, но это совсем другое. Но. И плюс, тем более, там посеком можно тут в одежде, в кроссовках, это все это такое. Ну, прикольно вообще. Да и все прыгуны отлично выступили. Но. Как могли, так и показали себя. Ну, что, вообще, как ты относишься к тому, что вот такие проводятся соревнования, чемпионаты именно? Не, я только за, вообще. Очень прикольные соревнования, ну, прям, именно все на Габоне. Я говорю, с детства вот занимаюсь, опять. Говорю, мне нравится вот оно. Получше, футбол и так далее, вот это другой вид спорта. Очень круто. А северное совсем другое? Да, совсем другое, на еще типа пятиборье, ну, потому что 5 видов на это, вообще прикольно. Сразу нарты, тройной, все это на улице, прыжки, чернарты, вообще идеально. Хороший вид спорта.
Большой интерес вызвали соревнования по метанию аркана среди мужчин и женщин. Участники были в приподнятом настроении, на площадке царила оживленная атмосфера, все серьезно готовятся, общаются между собой, тренируются. Ведь аркан – самый надежный друг и помощник оленевода. Как давно занимаешься? Ну, недолго. Может, 2 года. А лет тебе сколько? 19. Недавно исполнилось. Ты студентка? Да, я студентка. У нас там много колледжа. Чуть вниз и все. Клетки. Знаешь свой язык? Да. Расскажи, пожалуйста, немножко развернуто. Рассказывай. Дедушка с бабушкой знают язык? Да, знают. А ты их понимаешь? Сама говоришь тоже, да? Да, я тоже сама говорю на немецком. Даже очень хорошо. Ну, радуешься своим вообще результатом? Да, я довольна своими результатами. Ну, кто с тобой приехал, с кем ты? Кто поддерживал тебя сейчас на соревнованиях? Учитель. Ну, как зовут? Ирина Гавриловна. Тренер Иван Янгович. И все остальные. Наши делегации. В каких ты еще дисциплинах участвуешь? А эстафета завтра будет на лыжах. Тройной национальный прыжок и хозяйка чуна. Сейчас ты метала аркан, показала лучший результат. Насколько это сложно было и как считаешь, почему ты показала именно такой хороший результат? Я не знаю, но я считаю, что это не очень хороший, потому что можно было сразу попасть, все по порядку, быстренько все сделать, но меня очень сильно тревожил что-то, не знаю что. Я волновалась очень сильно, поэтому не сразу попадала. Как готовилась вообще к соревнованиям? Я вовсе не готовилась. Так мы кидаем аркан 11 метров с одного места, и 3 попытки бывает, и харей 3 метра в высоту. Вот. А вот так я не готовилась вообще. Сегодня первый раз такое вижу. Я очень волновалась перед этим. Впервые принимаешь вот в таких масштабных мероприятиях участие? Нет, я ездила на чемпионаты России. У нас спортивная команда состоит из 4 человек, 2 юноши и 2 девушек. Будем принимать участие во всех спортивных мероприятиях, потому что по заявке участвуем везде. Ага. Ну, соответственно, сюда, а какие виды? Таких видов, как прыжки через нарты, тройной национальный прыжок, метание тензиана, бег на лыжах, соответственно, да. Вот. А также ребята еще будут принимать участие в таком мероприятии, как хозяйка чума, потом оленеводство. Будут принимать также участие, то есть также участие в гонках даже. Хотя у нас там традиционно оленеводство отличается, чем здешний, да, но все равно будем принимать участие. Но все равно вы должны показать свое мастерство, независимо от того, там или здесь. Ага, скажите, а вы сами чем занимаетесь? Я работаю преподавателем в Ямальском полярном агроэкономическом техникуме в городе Селихард. А там готовят специалистов для традиционного хозяйства Ямала? Да, у нас с 2019 года открыта рабочая профессия оленевод-механизатор. Обучение проводится в течение 3 лет, то есть, соответственно, и уже у нас ребята выходят уже дипломированные специалисты. Первое впечатление, скажите, пожалуйста, да, от проведения чемпионата. Ну, впечатления очень хорошие, здесь все позитивно, то есть и организация хорошая, вот, и настрой всех участников задорный. В общем, все участники, видно, что готовились, но и каждый старается все-таки победить. Скажите, а вы как относитесь к проведению таких чемпионатов? Нужны ли они? Такие чемпионаты, вообще они должны проводиться, как бы, ежегодно. Вот. Ну и не только, скажем, в одном субъекте, да, Российской Федерации, но и, может быть, даже и других. У нас в Якутском районе в среднем держат семьи
200, ну, самый рекорд у нас, ну, именно в районе есть, это примерно 1000. Они у нас длинные, выше колен, потому что у нас холодно, и раньше ездили на дальние дороги, а именно длинные кисы, они, получается, закрывают и колени тоже. Получается, они делаются, ну, сколько камус, за всю длину камуса. Камусы выделываются. Мимо. Мимо. Да, это получается у оленей, вот где у них именно копыта, у них есть такие пушистые, ну вот как вот эти, они могут коптятся и становятся такие желтенькие, коричневенькие. Это делается для того, чтобы, ну, камусы коптят у нас для того, чтобы это не портилось. Копченые камусы? Да. Ну, получается, везде все копченое. Это, ну, чтобы она не портилась. И сушится быстрее. Ловля оленей. Такой вид состязаний состоялся в местности Заречная в селе Иенгра. По правилам, команда из двух человек должна за 10 минут поймать 5 оленей, но не просто оленей, а тех, у которых красная повязка на шее. Эти состязания привлекли много зрителей, которые не сдерживали своих эмоций, громко выражали свои чувства, поддерживая участников, выражая им свой восторг или сочувствие. Ловля оленей очень понравилась нашим гостям из Китая и Монголии, которые с восторгом, несмотря на холодную погоду, и наблюдали, и участвовали в них, и поделились тем, что хотят проводить такие интересные игры у себя на родине. Я Вакуева Екатерина, Смау, Югры, Березовский район, село Сарампауль. Вы сами по национальности кто? Коми Зыряне. Ага, Коми Зыряне. Скажите, вы приехали на соревнования, на международный чемпионат. У вас там олени есть, да? Да, есть. Ну, у нас и местные олимпиады проходят. День оленевода вот тоже был в феврале, получается. И мы, получается, сразу поехали на округ, на кубок губернатора, и сразу с кубка губернатора сюда, в Якутию. Как у вас прошел кубок губернатора? Вы заняли какое-то место? Нет, я впервые участвовала, я приезжала просто посмотреть. Ага, а участвовали в каких видах? Ну, гонка на оленях среди женщин, перевозка дров, снаряжение, упряжки и бег на лыжах. И как ваши результаты были? Ну, удовлетворительные, но там все равно сильная конкуренция. Люди готовятся. А мы раз живем на стойбище, ну, таким сильно, ну, не увлекаемся. Мы как бы, у нас быт там свой, и времени попросту не хватает. Скажите, а на стойбище вообще много народу живет? Там что, семья или община, или что? Ну, у нас как бы в селе Сарампауль есть свой совхоз. Там 4 бригады. Вот одной из них мы живем. У нас, получается, там 2 семьи, получается, вот мой муж и я, одна семья, ну, мы без детей, и еще одна семья, получается, там есть ребенок маленький, и есть просто холостые пастухи, ну, как бы одна бригада просто, и все. Всего нас 9 человек. Скажите, а вы там в стойбище на каком языке разговариваете? На родном, коми. Знаете свой родной язык, да, значит? Ну, да, в основном, да. А на своем языке скажите нам, пожалуйста, несколько слов. Видеоланд, Дона Йортиас. Все. Ага, это что вы сказали? Я поздоровалась с вами и сказала: здравствуйте, дорогие друзья. Угу. Скажите, вы приехали на такой чемпионат. Ваши впечатления от этого? Ну, это международный чемпионат, как все равно уровень другой. Несколько национальностей, тут все спортсмены, все приехали за наградами, а мы как бы просто посмотреть город, посмотреть других оленеводов, посмотреть оленей. Вот у них тут верховое, ну, оленеводство, по-моему, тут как-то у них верхом ездят. У нас просто такого не практикуют. Такое. Скажи, ну вот вы все посмотрели, увидели, и каковы ваши впечатления? Что вам больше всего понравилось? Понравилось? Ну, наверное, соперничество какое-то, да. И что, если я еще раз туда приеду, то, скорее всего, буду готовиться. Хорошо.
замечательный. Рускин Виталий Алексеевич. Сургутский район, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Сургутский район, деревня Рускинская. Вы оленевод? Ну да, да, с детства с оленями. И до сих пор работаете оленеводом? Ну, мы не работаем, у нас частные олени вот, с самого рождения. Когда я сколько себя помню, у нас всегда были олени. И вот и все время там на оленях ездили, ловили, занимались оленеводством для себя. Вообще, как ваше впечатление? Ну, очень много интересного, много нового, новые знакомства, что-то узнаешь новое. Потому что тут приехали со всей России, много регионов, много народу приехали, у каждого свое. И вот интересно посмотреть вот, на все это. Цов Яков. Откуда? С Нижней Колымы. И как твои впечатления? Ты уже в каких соревнованиях участвовал? Я пока вот первые соревнования пока. Ловля оленей, да. Вообще расскажи, ты из какой общины там из Нижней Колымы? Вы как оленями занимаетесь? Что у вас? Ну, Нижние Колымы... Это община Турвауги. Ну, вообще, то, что ты сюда приехал, как тебе, интересно тут? Да, интересно. А что именно? Другие эти культуры, другие костюмы. Все. Интересно? Так. Хорошо. Впечатления очень большие. Янковав Иван Валентинович, Чукотский автономный округ, Анадырский район, село Кончала. Скажите, а вы сами оленевод? Да, с малых лет. Оленеводом работаете где? Совхоз МУПСХП Кончаланский, первая бригада. И сколько у вас там оленей, сколько работников? Ну, поголовье где-то около 3000. Ну, там у нас 8 бригад в селе Кончалан. Совхоз Кончаланский, 8 бригад. Ну, у каждого по 2-3 тысячи, так. По голове, да. А вы сюда приехали. Как ваше впечатление? Что вам тут интересно? Ну, понравилось все. Вот. Здесь люди совсем по-другому живут. Не как у нас. А как у вас живут? Ну, немножко по-другому. У нас палатки, правда, меховые. Не такие вот брезентовые, а меховые. Тоже печка. Кочуем вот каждый месяц по 2-3 раза, ну, на оленях. Точно так же запрягаем и кочуем дальше на зимние пастбища. Скажите, а что самое главное, какая проблема для ваших оленей, для оленевода? Ну, в основном по весне там дикие звери просыпаются, как медведь, вот такие вот. Нападают на стада наши, голодные медведи. Ну, вы как с этим боретесь? А зимой обычно у нас, ну как, волки в основном тоже нападают. Особенно во время гона, когда у них гон идет, волков. Вот они приходят, нападают. Ну, заказываем там технику, приезжает техника на снегоходах, гоняем, обстреливаем. Сдаем шкуры тоже в совхоз. Ну, как за деньги тоже. Понятно. Покупаем горючку, продукты, вот. Все, что нужно для бригады. А вообще оленеводство у вас в каком состоянии? Оно увеличивается, уменьшается или что-то вот? Ну, год на год не приходит. Там по осени начинают грибы, туманы, в основном дожди, вот это вот. Речки поднимаются. В таких условиях, конечно, трудно пасти. Вот. Там ночью темно, ничего не видно, туманы, дожди, все вот это вот. Все вместе, все как бы. Скажите, а чукотский язык вы сами знаете? Вообще, как у вас там с чукотским родным языком? Обычные традиции как сохраняются? Передаются? Да. Ну, у нас все проводятся праздники, кельвей обычно, вот обряды чукотские. Вот. Кельвей, осенью забой быка. Так вот. Ну, все-таки, значит, твои обряды соблюдаете, да? Да, да, да. А как молодежь идет? Ну, подтягиваются немного, помогают. Летом, на лето приезжают, помогают по сухой, по
ну как, помогают. Скажите, а вот говорят сейчас, у оленеводов имеются современные технологии, техника, все оборудование, все это у вас есть? Ну, генератор, свет, все есть, ноутбуки, телефоны, кино, музыка, все это есть. Тоже вот как. Ну, пожелайте нам по-чукотски что-нибудь. А то вот мальчикам какой-нибудь. Самое интересное зрелище, самое интересное соревнование состоялись в Венгрии, где живут истинные оленеводы. Заключительный этап международного чемпионата по традиционному оленеводству – это гонки на оленьих упряжках. На берегу речки Иенгры раскинулся настоящий палаточный городок – Урикит, стойбище, где собралось столько народу, что протолкнуться было сложно. На сцене проходило торжественное открытие гонок, звучали поздравления, песни и танцы сменяли друг друга, царила праздничная атмосфера, все было интересно, весело, красиво. Все с нетерпением ждали самого главного момента, и вот он наступил. Старт дан, и олени, которые тоже, как и их хозяева, чувствовали и ждали этой команды, рванули вперед. Зрители волнуются, ждут, с криками провожают и встречают участников гонки. Гонки на оленьих упряжках – такое мощное зрелище, которое захватывает дух и ездоков, и зрителей. И на сей раз болельщиков не подвел и стал победителем в общем заезде Юрий Семенов, оленевод из известной оленеводческой династии, который стал обладателем снегохода «Буран». Так, а как, расскажите? Ну как, это секрет. Секрет? Никто не должен знать. У вас сколько оленей? А у нас 300. У вашей семьи только, да? Да, да, ага. Так. Сколько лет занимаетесь? 25 лет уже занимаюсь. Я с 15 лет начала работать. Вы потомственный оленевод? Да, потомственный. В каком поколении? Ну, еще не поколение, но... Что будете делать с очередным бураном? Сколько их у вас уже? Ну, это второй уже буран. Не знаю, буран или что ли будет. Вроде говорят, за первое место буран. А, ну хорошо было бы. Нужно весь хозяйство. Ну конечно, в тайге это всегда буран надо. Это ваша первая победа или побеждали раньше? Побеждала. Буран был один раз. Это вторая победа. Как готовились, сложно было? Не, мы не готовились. Пришли, сели, уехали. Расскажите о себе, как зовут? Да, я с Иенгри. Ура, Иенгри! Ага, спасибо. Молодец. Спасибо. Как вы думаете, женщинам проще или сложнее? Ну, конечно, сложнее, чем мужчинам. Но мы проезжаем. На мой взгляд, очень организованно. Гости очень с этого нам довольны. Особенно понравилось у меня два мастарта, мужской и женский. По международному турниру, да, на оленях гонках на 3 километра занял Колесов Игорь. Общий заезд мужики Семенов Юрий, у женщин Семенова Надежда. Я очень много опыта набрался. И вот, например, очень понравилось мне вот правило, как проводится вот, метание маута. Ага, и следующий год по этим же правилам я попробую здесь же, на реке Иенгра, провести для детей. Именно по этим же правилам. Очень понравилось. И гости, и хозяева, и иенгринцы были в восторге от такого великолепного праздника. Все соревнования международного чемпионата по традиционному оленеводству прошли в хорошем темпе. Участники показали свое умение, мастерство во всех видах состязаний. Кто-то оказался хорош в прыжках через нарты, кто-то в ловле оленей, кто-то в гонках. Но в общекомандном зачете третье место заняла команда Республики Саха-Якутия номер один. Второе место – команда Ямало-Ненецкого автономного округа. А победителем стала команда Ханты-Мансийского автономного округа «Югра». В накале страстей и эмоций отшумел и уже стал историей первый международный чемпионат по традиционному оленеводству. Несомненно, что для всех участников он стал бесценным опытом и дал мощный стимул для дальнейшего развития их самого основного занятия – оленеводства.